Привет, друзья, подписчики мои, вы только посмотрите, что у нас сегодня есть. А, настоящая лобстер-рука, и будем сегодня мы доставать все игрушки. Но, друзья, мы посмотрите, что здесь есть. Маски появились классные, появились дракошки, ох, я готов сегодня поиграть. Ну что ж, берем 100 рублей моей специальной клешней, у нас клешня в клешне. Попробуем засунуть ее сейчас клешней, получится у меня? Ну, давай, давай, пожалуйста. Не получается. Ребята, ну как же так-то? Хочу деньги положить в аппарат. Это челлендж. Ребята, смотрите. О, как получится? Нет? О, получилось! Отлично, ребята, нам насчиталось 10 попыток. Итак, давайте буду двигать клешню. Клешня пошла. Клешней двигаю клешню. Слушай, а то мы не достанем маску, она слишком криво лежит. Но клешня, кстати, не сильно удобно. Так, ладно, давайте теперь пододвинем вот сюда, на динозаврика. Не, ребят, клешней. Ну, вот это вот делать движение неудобно клешней. Короче, я даже не пойму. У нас время кончается, ребят, сорян, извините, быстренько. Так, нажимаем. Опа! Да, друзья, короче, эксперимент с клешней провалился. Это оказалось делать... Супер неудобно, я не могу настроиться. Здесь такой еще аппарат плавный. Не, было бы время побольше, я бы, наверное, смог. Но у меня клешня не хватает. Ладно, давай еще раз нажимаем. Смотрим. Не, короче, друзья, мы клешню, это вообще полный попадало. Ладно, тогда буду играть уже своими руками. Начинаем мы вон с того динозавра. Здесь очень плавный ход у аппарата, кстати, между прочим. Я могу сказать вам такую историю. Опа, цепанул. Ах, соскочил. Слушай, очень хитрый динозавр. Ладно, здесь еще есть у нас Телкинтон. Ой, не Телкинтон, а это три кота Барбоскины. Опа. Сейчас мы его вытащим, мы его сейчас заберем. Ах ты, блин, какая подстава. Ладно, вон там еще есть какая-то мягкая плюшевая игрушка. Так, хотел с клешней поиграть. Ну-ка, давай еще разок его. Опа, держит. Слушай, ну хорош. Ладно. Пробуем еще раз вытащить динозаврика. Пробуем. Так, мне клешня мешает. Ее даже положить теперь не буду. А, куда деть-то? Сейчас я ее спрячу. Так, продолжаем. Время-то тикает. Время-то потикало у нас. Хочу динозаврик все-таки вытащить. Ну-ка. Опа! Друзья, ну, короче, клешня это не работает. В смысле, который я играл лобстера. И здесь у нас тоже не особо получается что-то выиграть. Но, может быть, три кота нам удастся. Смотри, как лежит красиво. Ну, за ножки. Опа! Нам главное словить алгоритм. Но если нет, то мы играем здесь три попытки и все. И пойдем тогда там с тем брать, просто маска красиво лежит. Оп! Ох, цепануло хорошо. Ах ты, опять соскочила. Ну, как же так-то? Я думаю, может быть, удастся его за что-нибудь там подцепить. Может быть, удастся его подцепить. За ноги, за голову, за что-нибудь. Во! Вот сейчас. Ах ты, нет. Друзья мои, он очень тяжелый. И дракошу мы тоже, я так полагаю, сегодня не вытащим. Неужели мы сегодня думаем, это правда без призов? Сейчас прям за башку его. Ну-ка давай, цепляйся. О, держит. Нет. Ладно, я пошел играть в аппарат соседний. Здесь их рядышком два. Здесь тоже есть маска. Заряжаем 100 рублей. Больше у меня нету. И пробуем вытащить маску. Маска вообще зачет. Судя по тому, что здесь игрушек мало в аппарате. О, неужели с первого раза... Блин, но он ее выронил, объективно. Так, давай сейчас остановимся немножко, клешня. Так, держит, хорош, отлично залетело, хорошо. Здесь мы можем что-нибудь выиграть, я думаю, еще. Так, пробуем еще вот эту вот штуку полосатую. Опа! Да ладно, вторая игрушка есть, ребята, отлично. Слушай, мы сейчас тут все потаскаем. Так, вот этого маленького крота, я не знаю, кто это, мне хочется. Так. Ой, там какой-то загорелый спанчбоб лежит. Опа! Эх, соскочила. Ой, там еще какая-то... Кто это? А, это же этот Буба, да, у нас он там лежит. Так, Пикачу нам, конечно, явно портит малину. А еще, друзья мои, смотрите, здесь есть вот такие вот ждуны. Помните, мы играли на ждунов? Так, спокойствие, только спокойствие. Опа! О, ну-ка, зайчик. Нет. Ладно, хорошо, пробуем тогда вытащить... Кого? Патрика? Ну, розовую акулу, это, наверное, безумие, хотя... Наверное, нет, безумие. Давай Пикачу вытащим. Детектив Пикачу, может быть. Или, по крайней мере, мы его сейчас его перевернем на другой бок и вытащим что-нибудь еще. У нас так хорошо маски пошли, я так обрадовался. Ох ты, вообще жесть. А если мы там за веревочку его? Да нет, вряд ли. О, может быть, кролик вот этого веселого?
Слушай, у меня есть план, а что если мы вот сюда вот подцепим, смотрите. Вот сюда сейчас вот стрельнем, ну-ка. На, план был хороший, но я думаю в эту дырочку попасть, дырочку вот в эту. Ладно, хорошо, играем еще. Забираем теперь кролика. Кролик дешевенький, но нам сгодится. Опа, цепануло, хорошо, 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 ты моя зайчка. Вот всегда бы так, отлично, три игрушки у нас уже есть, 3 бет. Теперь забираем тот коалу. Слушай, да, наверное, можно пойти бабла разменять и поиграть тут еще. Так. А, крыса. Вот не крыса в этом году. Так, ну ладно. А, ждуна, наверное, не достанем мы. Может быть, вон туда стрельнуть? Или вон в ту кучу, там не достанем. Здесь тоже акула, тоже тяжело. А может быть, вот эта штука? Что это такое вообще? Ну-ка, смотрите, аккуратно. Опа! Я так и хотел, так и планировал. Опа, 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 пошел. Морская звезда, ребят. Я даже не знаю, давайте посмотрим. Так, что мы с ним забрали? Смотрите, вот такого вот слона. Но мы сейчас еще вернемся, я прям так показываю промежуточно. Слон. Дальше. Маска. Маска вообще за счет. Так, идем дальше. Тут еще там есть. Там еще две игрушки. Кто это был-то в итоге? О боги, кто ты? Чудовище. Не знаю. Ладно. Давайте еще. Это у нас Бакс Банни. Привет, ребята! Ха-ха-ха! Так, все там пусто? Все пусто. Так, ребята, продолжаем играть. Забрасываем еще 100 рублей. Итак, что мы сегодня вытащим еще? Вон того я пытался вытащить, крысу, да? Без нас тут ничего не повытаскивали. Ладно, пробуем вот с этой вот крыски начать. Крыску я хочу вытащить. Опа! Опять соскочила, ребята. Ладно, хорошо. Тогда пробуем вытащить... Может быть, вот эту вот ловыску? У нас такая, мне кажется, уже много таких, да, у нас? Оп, я так и планировал. Ох, смотри, я какой-то пук даже достал. Ладно, давайте попробуем еще разочек сюда. Аккуратненько. Аккуратненько. Опа. Опа. Ах, нет, нереально. Ладно, пробуем что-нибудь еще тогда. Может, Патрик? Вот этот Патрик, кстати, очень... Ой, что-то он... Смотри, он не идет. Ау! Не работает, прикинь, смотри, нажимаю в бок, а он не двигается, он к стене пододвинулся. Ладно, может, Пикачу? Рискнем. Тоже нет. Не сегодня. Ладно, тогда, может быть, вон того бегемота? Вон того бегемота. Обормота. Ох, это я вообще молодец. Оп, вообще не туда ушел. Ладно, пробуем тогда вытащить... Слушай, мы первый раз так что начали, сейчас уже все, ничего прям вообще не идет. Так, ну давайте пробуем еще раз вот этот вот льва, оленя. Вообще не туда, посмотри, вообще не туда просто. Так, тогда... Ну, свинью мы... А, может, вон там еще свинка Пеппа, посмотрите, вон там. Мы можем зацепиться за что-нибудь, я прям чувствую. И аппарат перестал, кстати, адекватно работать. Я прям нажимаю, он прям не доводит. Нет, тоже нет. Походу все, здесь, походу, уже не выиграешь ничего. Потому что и аппарат объективно клешня не идет. Ну вот, смотри, вот я. Вот, видишь? Вот, вон, там видно в отражении. Вот, как вам показать-то. Короче, вот фигня это. Видишь, не работает аппарат. Все. Походу, все. Ну ладно, осталась попытка остаются, давай же начал. Но это не прикольно. Стоит так было уйти. О, вообще, посмотри, что творит. Зато мы ждуна немножко освободили. Осталось 2 попытки, но это вообще, я считаю, разводняк, кидняк. А мы ничего, да, не выиграли тут. Вообще жесть, короче. Походу, все, сбились настройки. Объектив. Ну, даже не идет вправо уже. Все. О, все, короче, ребят. Попытка осталась последняя, но уже вряд ли, потому что он даже этого не... Ну, давай еще раз вон-то вон. А, и назад уже не идет все вообще. О, кидалово. Ребята, здесь все не кидалово. Так, ну что, выжили? Давайте еще поиграем вот в этом. Здесь вроде норм. Так, ребят, играем здесь. Тут играли до нас, выиграли медведи, короче, расчистили нам... О, ребят, смотрите, настоящий Майнкрафт! О, класс! Кому эти медведи нужны? У нас тут настоящий Майнкрафт. Ребята, неужели мы сейчас его... Да ладно! Да ладно! Майнкрафт! 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 Отлично, ребята, смотрите. Вау! Посмотри... Слушай! Это, короче, Mojang 2013. Чуваки, вы не поверите, это... А там нет? Времени нет еще?
Это, короче, оригинальная игрушка Майнкрафт. Я не знаю, откуда она в аппарате и кто ее положил, но вот прям по качеству, по ощущениям. Скорее всего, ребят, скорее всего, да, это, ну, реально, объективно, 13-й год. Скорее всего, я уже говорил об этом, это моя теория, что приносят просто игрушки на обмен. И владелец не шарит, он просто забросил, и все. Но мы вытащили настоящую Майнкрафт. А? Слушай, ну это прям самая оригинальная игрушка, мне кажется, из всех. Класс! А вот ждуна все пытаюсь я забрать. Видишь, тут тоже они, оказывается, с стороны были. Вон там еще какой-то прикольный серебристый этот самый. А, давай попробуем вот сюда. Вот. Здесь много ждунов. Накидал вот так нормально. Пробуем, опускаем. Может, сыпанем. Слушай, ну ждуна прям нереально. Мне кажется, я потрачу на него все попытки. Ладно. Тогда пробуем попкорн вытащить. О, там еще маска, кстати. Мне тут этот хомяк напрягает. Можно как-то его убрать в сторону? Меня прям он раздражает. Опа, проскочила, хорош, хорош, попкорн, кукурузка, о, ну отсюда мы точно сейчас заберем его. А может, конечно, и нет. Так, ребята, я подвожу. Опа, хорош, попкорн. Ладно, не судьба. Слушай, а вон там есть завязочки, может, нам удастся в завязочку? А мы так чисто на рандом сейчас. Опа, опа, да, есть, получилось, то, что я и хотел, получилось. Хорош, хорош, это был только первый старт. Давай еще разочек. Так, раскачал. Сейчас, ребят, секунду. Эх, и опять я его, короче, убил. Ну ладно, пробуем еще раз. Может, у нас получится его цепануть все-таки? Так, опа, опа, опа. Давай, давай, зайка, раскатай. Раскатай, расшатай, да, я хотел сказать. Вот это прикольная игрушка. Опа. Ну, ты что, серьезно? Ты его сюда положил? Слушай, ну аппарат, конечно, конкретно расшатывает под конец. Ладно, давай еще разок. Опа! А, ну вот, вот сейчас, кстати, смотрите, ребята, остается последняя попытка. В принципе, для меня уже я доволен Майнкрафтом. Но вот может быть... Я вот... Почему в эту сторону наказался, а не там? О! Ах, нет. Еще раз что сыграть. Или давайте, наверное, все, друзья мои. Ну, там, в принципе, еще можно потаскать, но я уже не знаю. Вот это, конечно, классно, но не знаю. Ребят, смотри, что нашел у него. Здесь у него секретное отверстие. Класс. Так, ребят, забросили еще 100 рублей. Пробуем еще раз вытащить медведа. Снимаю теперь я вот этого бокового ракурса. Так, может быть, получится. Ну, и опять туда же, понимаешь? Он вернулся опять туда же. Но я безумно рад Майнкрафту. Это, наверное, самое мощное после Спайдермена из того, и после Ugly Dolls из того, что мы выигрывали. Да, большие игрушки прикольно, но они все-таки не настолько оригинальны. О, сразу две, ребята, посмотрите, есть, есть, победа, сразу две, ничего себе, мощно, мощно, класс. Это получается, мы сегодня вытащили, друзья мои, 7 игрушек. Вау, просто, давай играть дальше, что остановилось. Давай еще, вот так же по две мы опустошим этот аппарат. Итак, класс, ты решил динозаврика, которую я хотел, но он очень скользкий. Ребята, но две игрушки, это прям... Хотя, вот, смотри, тоже написано Good Toys. А, две игрушки, вот так... Мы, кстати, вы заметили, друзья мои, мы первый раз вытаскиваем две игрушки. Это что-то с чем-то. Эх, кота не получилось. У нас такое первый раз. По одной, да, большие, огромные, да, но чтобы две сразу... Это прям очень хорошо. Еще и Симба, кстати. Симба прикольный, но до него, к сожалению, достаточно много не достает. Ну, попробуй, конечно, но... Не, ребята, он, короче, сильно закопан, он очень тяжелый и вряд ли, конечно, к сожалению. Так, давай, 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 еще играем. Попытки у нас еще остаются. Давай. Опасный момент, еще раз кота. Смотрите, здесь огромный замок висит, чтобы ничего не воровали. Это было близко. Слушайте, ну прикольно, прикольно. Нет, 7 игрушек, я считаю, мы себе прям вообще отлично. Это вот нам помогла клешня, которую мы купили. На самом деле, конечно, не помогла. И я рад, что до нас выиграли медведи, потому что мы смогли забрать прикольного майнкрафтера. Опа, ну-ка. Блин, он такой классный. Жалко, что он, кстати, не вешается. Здесь нет никакой присоски. Такой очень крутой. Ребята, он стоил, ну, где-то под косарь, я думаю, оригинальный. И он, ну, реально очень классный, приятный. Не нужно много дешевых игрушек. Нужна одна качественная, считаю. Вот, ты тратишь попытки все на этого кота, может быть, но нет, увы, к сожалению, не получилось. Да. Слушай, класс, не, прям сегодня хороший ролик, друзья мои. Надеюсь, этот ролик вам понравился. Я вообще потом еще призы покажу, мы достаем их из аппарата. Итак, ты пробуешь еще раз кота? Нет, не получилось. Так, играем еще.
Вот. Друзья, пока подписывайтесь на канал, ставьте пока что лайки, потому что, ну, а почему бы и не подписаться вам, да, как бы, что вас останавливает? Это бесплатно, контент веселый, развлекательный, но нет. Я сегодня вам покажу то, что у нас получилось вытащить. Ребята, вы знаете, сразу две. Так, смотрите. Вау! Слушай, ну он крутой, он, кстати, качественный, но мне кажется, он все равно китайщиной попахивает. Это крутой. И есть еще, ох ты, ой, смотри, вот это веселый бегемот, я объясню почему. У него там, короче, не могу вам показать, но, в общем, там у него сверху вата, а снизу у него эти, ну, как вам показать, не знаю, давайте так покажу вам. О, видали? Короче, у него там какая-то пупырки какие-то у него там веселые. Все, погнали. Слушайте, ребятки, ну мы сегодня просто потрясающе поиграли. На 500 рублей мы вытащили целых 7 игрушек. Вау! Но, друзья мои, вот это все ерунда. Вот этот вот мужик, это же у нас Моджанг. Настоящий Майнкрафт. Именно такие же Майнкрафты в маленьких коробочках продаются в детском мире по 500 рублей. Вы только представьте, маленькая коробочка пластиковая, 500 рублей. Я даже боюсь представить, сколько этот чувак стоит. Если кто-то знает цену, пиши в комментариях. Офигенно, друзья мои. Помимо него, опять же, мы вытащили маску. Маска тоже прикольная, можно приклеить ее на присосочки, тоже офигенская. Это вот такой, здорово, полосатый еж. Затем крольчатина, затем вот такой, затем, так, вот этот вот, тоже крутейший мужик, у него, смотри, тут есть соска, здесь есть носок. Ну и вот такой вот, его там пупырки, я вам показывал, он так делает. Ха! Здорово, друзья мои, вот такая была подписка, ставьте лайки, нажимайте на динь-динь-дон, всем удачи, всем пока-пока.